Слава Силу, вы явились, офицер. Вот у нас ваш рапорт. Вот в своем рапорте вы написали, что звездный разрушитель, в который вы, собственно, были ответственным, он потерялся. Вот так и написано у вас в рапорте. То есть я написал только про один, да? Хорошо, да. Как вы можете это объяснить? Понимаете? Мы были на нашей Шаболовке. Играли там в казино. Ну, во славу империи. С повстанцами, чтобы их завербовать. А потом уснулся уже на написанном рапорте. Да он ничего не помнит. Еще вот у вас еще здесь в рапорте написано, что за сутки до назначенных событий на борт прибыл груз огромный 2 челнока Криллианского Эля. 3. Как вы это можете объяснить? Ну, во-первых, не Криллианского Эля, это был обычный Ломиной. Вот. Во-вторых, дело в том, что у нас испортился главный реактор, из него стала переть радиация, и мы решили его смазать. Нет, ну хорошо, все понятно. Но зачем еще за сутки до этого вы вывезли с одной из планет 250 килограмм спайса? Ну как-то же мы должны были платить за челноки с коньяком. Хорошо. А зачем тогда вам два транспортника, на которых к вам на корабль перевезли 200 тысяч молодых красивых твилечек? Вы не могли бы маску снять, вас плохо слышно? Сэр. Очень много твилечек, очень много. Теперь поступают жалобы. Твилечки, ну... А что, их до того на корабле не было? Нет, до того не было на корабле. Вы же издавали личный указ, чтобы на каждом звездном разрушителе была эскадрилья твилечек. Иначе, ну как же так жить-то можно вообще? Нет, ну, я, конечно, все понимаю, но вот как вы объясните это? Скажите-то. Как вы объясните это? Что это? Это комплект надписи и прибор. Понимаете, это вот надпись ведь не на ауре Биша, поэтому вы же не знаете, что там написано. Вот, это на самом деле... Я догадываюсь. Это гимн империи в переводе на гунганский. Мы вместо твилечек сначала хотели взять гунганов, вот, но потом разум взял верх над силой. Простите. Миша. Что? Я знал одного гунгана, это не их язык. Вы знали гунгана? Лично? Мой повелитель, о них ходят легенды. Он жил недолго. Они же уничтожили армию дроидов, они же взорвали Альдеран, они сняли звездные войны. Гунганы взорвали Альдеран? Ну, мне так рассказывали в школе. Это имперская пропаганда. Или это все-таки вы? Я все пойму, просто это непонятно. Обидно. Секретарь, что еще они проштрафили? Ну, еще они потеряли все свои тайфайтеры. Так тоже были тайфайтеры? Потерялись, да. Они потерялись, я думаю, так же, как... Во-первых, они не потерялись. Во-первых, это была честная сделка. Нет, еще раз. Твилечки на спайс, спайс на коньяк, тайфайтеры в качестве транспорта. Хорошо, а теперь возвращаемся к первому вопросу. А все-таки... Это как... вы так полетели на вечеринку в Джабе? Куда? Куда? Кого? В Джабе. Джабе? Тайфайтеры? Да он же в кресло не влезет. Подождите, все-таки к вопросу.